музыка. За 50 тысяч лет существования этого явления было написано миллионы композиций. С давних времен музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Давайте взглянем на самых популярных за всю историю исполнителей в мире. Элтон Джон. За свою почти 50-летнюю творческую карьеру британский певец распродал около 300 миллионов копий своих альбомов. Несмотря на возраст, певец активно гастролирует по всей планете. Также он знаменит своей благотворительной деятельностью. В общей сложности на нее было потрачено более миллиарда долларов. Мадонна. Певица безумно популярна. Концерты Мадонны многие годы собирают полные стадионы по всему миру. В Книгу рекордов Гиннесса она попала как самая коммерчески успешная исполнительница в истории с 275 миллионами подтвержденных продаж. Майкл Джексон. Было продано около 750 миллионов копий его работ. Хотя данные разнятся. По сведениям некоторых авторитетных музыкальных компаний, число реализованных экземпляров его альбомов давно перевалило за миллиард. Точно известно, что альбом «Триллер» получил звание самого продаваемого музыкального альбома всех времен. Альбом внесен в Книгу рекордов Гиннесса, и до сих пор никому не удалось перебить это достижение. Битлз. В середине 20 века весь мир охватила битломания. Ливерпульская четверка совершила переворот мировой музыки. Их альбомы сметались с прилавков магазинов за считанные часы. И в наше время популярность этой группы достаточно велика. Пожалуй, в мире нет ни одного человека, который ни разу не слышал ни одной песни группы Битлз. Самый продаваемый музыкант на нашей планете – Элвис Пресли. Более миллиарда копий альбомов короля рок-н-ролла было реализовано по всей планете. Даже в 21 веке Пресли продолжает регулярно занимать верхние строчки хит-парадов за счет переизданных оригинальных песен и их ремиксов.